Вот, гляньте, вот это что? Вот это первое, то, что снаряд попал. Дети. Вот дети ваши, дети, где сейчас находятся? Не здесь. Не здесь, а мы здесь, под горячей точкой. Вот наш рынок, вот. Слышим по голове, вот по голове. Мы думали, что у нас лопнут перепонки. Но не могли даже ожидать, что это может быть здесь, в этом районе. В Мирном никаких ополченцев. Говорят, это ополченцы, никого никаких нету. Пусть это внуку передаст Порошенко своему. Для пусть что? Вот это вот, внуку для Порошенко, пусть это не кровь, даст. Да. Это детская кровь.